Еще раз приветствую вас, дорогие друзья, на турнире по волейболу Кубка России, который проходит здесь, в Москве, с 29 по 30 марта. Сегодня у нас матчи группового этапа. Продолжаются у нас здесь в спортивном комплексе ЦСКА. Посмотрели мы уже полностью все игры группы А и группы Б. Ну и теперь очередь группы С и группы Д. Переходим мы к этому событию, и сейчас у нас на площадке номер один встречаются представители команды, представители группы С. ПАО «Кубань Энерго» встречается сейчас с ПАО МРСК «Юга». «Кубань Энерго» в белой форме, волейболисты «Юга» в форме темной. И сейчас набирают первое очко на этом турнире южане. Вообще такая получается группа у нас С, что называется, с теплых регионов. Все команды практически. Кубань, Юг, Северный Кавказ. Но есть еще МРСК Центры, которые сейчас параллельно играют на другой площадке как раз с командой МРСК Северный Кавказ. Но в любом случае можно назвать эту группу такой более, ну, грубо говоря, просто южная группа, южный квартет, как угодно. Южная четверка. Ну и напоминаю, что в группе D у нас, которая будет играть после вот этого сдвоенного поединка, ну если брать первую и вторую площадку, в группе D у нас три команды. И совсем скоро они также у нас уже начнут свои матчи проводить. Есть у нас составы команд, естественно, но и, в принципе, есть у нас возможность, наверное, назвать всех игроков, которые сегодня будут выходить на площадку. Почему бы это нам сейчас и не сделать? Итак, начнем давайте с волейболистов МРСК «Юга». Еще раз напомню, в темной форме команда выступает. Номер первый — Сергей Ульянов, номер второй — Алексей Клочков, номер четвертый — Александр Колбин, номер пятый — Денис Кузуб, номер шестой — Евгений Наумов, номер седьмой — Александр Коваленко, номер восьмой — Алексей Черемушников. Вот такой вот состав. Да, не назвал я вообще номер третьего — Иван Пименов, но под номером 3 также выступает за команду МРСК «Юг». Что касается «Кубани Энерго», здесь чуть поменьше волейболистов, чуть поменьше игроков. Первый номер — Игорь Цокур. Номер 4 — Михаил Лубнин. Номер 5 — Александр Шандала. Номер 7 — Артем Иванов. Номер 8 — Олег Смотриков. Номер 10 — Сергей Очиков. Номер 11 — Александр Никифоров. —
небольшим преимуществом пока что по счету владеют волейболисты Кубань-Энерго, но это преимущество вообще незначительное. 5-4 сейчас счет становится. Очко набирают южане и подают сейчас они. Хорошая атака и пятый номер команды Кубань-Энерго. Александр Шандала набирает 6 очко для своей команды. Неудачная передача у команды Юга. И плюс 3 повели Кубань-Энерго. Уже гораздо, гораздо серьезнее преимущество. Назвать его подавляющим, конечно же, нельзя. От блока очко набирают сейчас игроки в темной форме. Не очень удачно здесь довели мяч до первого номера. А вот сейчас гораздо лучше это получается сделать. И Игорь Цокор первым темпом очередное очко своей команде приносит. Здорово! Разыграно, и Цокор нет, можно играть. Казалось бы, но все-таки коснулся там мяч пола. Еще очко в пользу Кубань-Энерго. 9-5. Очень быстро комбинацию здесь разыграли волейболисты Кубань-Энерго, пускай не смогли забить сразу, но затем все-таки очков все равно появилось. 9-6. Сейчас самое время попытаться догнать, иначе позже уже наверняка не получится это сделать игрокам Юга. Вот как раз момент. Есть возможность подготовить атаку, и получается это сделать. Несмотря на неплохой блок, все равно очко в пользу южан сейчас. Хотя, повторюсь, у нас тут две команды с юга, но все-таки по названию будем ориентироваться. Ну, сейчас очко за Кубанью. 10-7. И отличный блок в исполнении Лобнина и Иванова. Хватает и двойного блока здесь Кубани в этом эпизоде. Плюс 4. И еще одна ошибка. Тайм-аут берут волейболисты сейчас МРСК Юг. Надо хоть каким-то образом пытаться сейчас игру изменить. Пока что выглядят волейболисты Кубань-Энерго посильнее своего соперника. Но это, во-первых, только первый матч. Во-первых, это только первая партия. Тут все может, естественно, в любой момент измениться. Пока что сегодня таких прям камбэков мы не видели. Хотя была одна встреча, где понадобилось 3 сета для того, чтобы узнать победителя. И вот там как раз победила команда, которая первый сет проиграл. Но вот чтобы в партии был какой-то супер камбэк, пока что такого за этот день еще не было. Даже сетка помогает сейчас Кубань-Энерго, чтобы взять очередное очко. 13-7 счет становится.
Хороший удар здесь по линии. Набирает очко Юг. Хорошая атака со стороны южной команды, но чуть-чуть удается сократить отставание. Чуть-чуть здесь не везет восьмому номеру Кубани Энерго. В принципе, все правильно сделал. Каких-то там минимальных сантиметров ему не хватило. Тяжелый прием. Но атака... Нет, не проходит. Поднимают мяч игроки Юга. Но затем все-таки добивать своего Кубанинерго. 14-9. Молодцы и те, и другие, что в этом эпизоде не выключились из борьбы. Особенно, что касается, конечно, Юга. Очень тяжелый мяч. Они все-таки смогли оставить в игре, но затем Кубанинерго хладнокровно реализовала свою атаку. И с первого же сетбола Кубанинерго побеждает в этом сете. В этой партии 15-9. А вот в параллельном матче борьба у нас более упорная. Там счет 11-10 в пользу одной из команд. Вот так вот отсюда тяжело мне посмотреть, кто же там ведет в счете. Если не ошибаюсь, игроки центра там впереди. Северный Кавказ пока что уступает. Но у нас, напомню, еще раз 15-10 в пользу игроков Кубаньэнерго. Возвращаются игроки у нас на площадку. Подавать будут сейчас игроки Кубанинерго. Началась вторая партия. И мяч здесь не в блок, а в трос попадает. И первое очко за представителями команды Кубанинерго. Смягчает блок здесь в этом эпизоде у Кубанинерго всю ситуацию. Ну а затем касание последнее. Уже практически, когда мяч опустился и коснулся пола, происходит у бело-голубых. И счет сравнивается в этом втором сете 1-1. Но срывает подачу шестой номер команды Юга Евгений Наумов. Ну и тут еще закрывают Сергея Ульянова. Кубанинерго еще немножко отрывается уже в этой партии, но пока лишь на 2 очка. А в матче, который на другой площадке проходит, еще даже первая партия не завершена. Там упорная борьба. Теперь 13-12 повели представители Северного Кавказа. Ошибаются здесь волейболисты Кубанинерго на подаче. А вот сейчас все здорово сделано, но браво здесь. Здорово. В свою очередь уже сыграл Сергей Ульянов. У Юга в одиночку сблокировал соперника. И здесь он молодец. Очко набирает именно Ульянов. 3-3, счет становится. Отличный первый тайм в исполнении Михаила Лубнина. Улетает мяч за пределы площадки. Ничья. Пока что у нас 4-4. Можно здесь в любую сторону игру повернуть. Опять отлично играет четверка Кубанинерго. Снова Михаил Лубнин. Красавец здесь.
Очень высоко, высоко выпрыгивает. Отлично, атака Юга, 5-5. Команды пока что не проваливают начало этой первой, этой второй партии. Забирают свои очки. Еще одна хорошая атака у Кубань Энерго. Совсем одного оставили с пятого номера команды. 6-5. 6-5 счет. Данный момент. И еще нет, можно играть по футбольному. Здесь сыграл, но очень технично. Низкую зуб, однако затем Кубань Энерго не прощается. Второй попытки вбивает мяч в пол. 7-5 что становится. По-прежнему минимальное преимущество у нас у команды Кубань Энергия. Но вот эти атаки, конечно, потрясающие проходят у кубанцев. Опять Александр Шандала завершает ее. Опять никто его на блоке не закрывает. Даже попытки какой-то нет. Ну и, конечно, Шандала обязан в этих моментах забивать мяч чисто, что он, в принципе, и делает. Но вот пока что атаку Юга назвать стабильной, наверное, нельзя. Хотя вот такие очки команды иногда набирает. Трудовые в какой-то степени. Евгений Наумов, связующий команды, сейчас обманул в этом эпизоде. И очко. Очко здесь набрал. И отличная подача. 8-8 сейчас становится. Еще возможность для очка, и с трудом Кубань Энерго мяч переводит на чужую половину. Можно атаковать, и первым темпом выходит вперед в итоге сейчас в этой партии команда Юга. Забивает здесь Алексей Черемушников. 9-8. Вот как раз и камбэк. Было достаточно неплохое преимущество у Кубань Энерго, сейчас его нету. И вот такие даже бывают очки. Вроде бы и не было блока, вроде бы и не было атаки, точнее блок-то, наверное, был скорее. Но тут даже улыбаются игроки Юга, что вот ситуации возникают такого момента. Еще очко Юг набирает, 10-9. В параллельном матче в первой партии смогли выиграть волейболисты команды центра. Но вот во второй партии, я так понимаю, что Северный Кавказ вырвался вперед со счетом 3-0. Там долгая, похоже, может быть, игра. Ну и у нас тоже счет 10-10. У нас пока что группа С такая, может быть, самая упорная на первых порах, по крайней мере, по результатам. Везде-везде. Сейчас равные команды примерно. И борьба идет практически очко в очко. 11-10 снова Кубань Энерго вырывается. Кубань Энерго сейчас понимает прекрасно, что соперник в более, наверное, сложном психологическом положении, потому что находится на грани поражения. У Кубань Энерго есть возможность этот сет еще проиграть. И ничего страшного не случится. 11-11. Очередное очко Юг набирает от блока.
Александр Колдин на подаче. Подача принимается достаточно уверенно. И очко Михаила Лубнина. 12-11. Еще раз напомню, игра в каждой партии идет до 15 очков. Если партия такая вот упорная, очко в очко, то уже, естественно, после 14 очков нужно преимущество в 2 балла. Но больше, чем 18 очков, никто из команд набрать не может. То есть ситуация, когда счет будет 17-17, она будет решающей. Там уже 18 очко для каждой из команды станет победным. Тяжелая атака и забивает здесь Сергей Ульянов. В сложной ситуации мяч уже около антенны находился. И теоретически вполне мог бы эту антенну зарядить Ульянов, но пробил очень классно. По диагонали заставляет соперника здесь капитулировать. 13-12, юг впереди. Безупречная атака. Опять Михаил Лубнин с своей, можно сказать, любимой позиции, по крайней мере, на данный момент. Из третьей зоны не оставляет шансов сопернику. 5 тяжелый момент. Мяч касается троса и антенны, по-моему, от рук вообще-то блока. Но арбитру здесь, конечно же, виднее. 14-13, матчбол получает Кубань-Энерго. Тяжелая подача. И приходится сейчас обороняться Югу. Но бана надо поднимать. Почему? Почему затормозили сейчас игроки Юга? Непонятно. Ведь здорово сыграл на самом деле Александр Колбин. Поднял очень тяжелый мяч, когда атака была, ну, на самом деле, убойная. Но вот почему-то партнеры остановились. Так или иначе, 15-13. Тяжелая, но все-таки победа в двух партиях для Кубани. Это важно, потому что за победу со счетом 2-0 получают игроки 3 очка, не 2. 2 – это очка, это если счет у нас 2-1. Поздравляем Кубань с хорошим началом этого турнира. Победа, естественно, в первом матче – это заявочка на выход в плей-офф. Вот теперь у Юга ситуация очень и очень непростая. Ну что ж, делаем паузу. Сейчас у нас продолжается матч на параллельной площадке. Что касается календаря, что касается того, что дальше будет в нашем эфире, дайте мне небольшую паузу. Итак, 15-05. Сюда на площадку выйдут волейболисты ПАО «Ленэнерго» и команды ПАО «МРСК Сибирь». Это группа «Д», напомню. И сейчас команда уже потихонечку начинает разминаться. Что ж, мы с нетерпением этого матча также ждем.